Так, буду сейчас готовить куриные голени с подливкой. Обжариваю. Лучок добавила кусочками. Потом достану его. И нарезаю морковочку такими вот кружочками. Обжарили со всех сторон курочку. Вот. И теперь отправляем сюда. Лучок у нас в сторонке так и томится. Отправляем сюда морковку. И обжариваем слегка ее. Так, обжарилась морковка. Теперь мы заливаем теплой кипяченой водой всю эту красоту. Вот так будет достаточно. Нужно еще чуть-чуть. Берем лавровый листик, бросаем 2 небольших. Соль и перец добавляем по вкусу. И оставляем все это тушиться. Ну, минут на 40, на час, вот где-то в таких вот пределах. Накрываем все крышечкой и оставляем.